Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым светит удача с 3 апреля. Они смогут набить свои кошельки крупными купюрами. А кто же эти везунчики? Я сейчас тебе назову, только ты для начала в знак благодарности подпишись. И да, напиши мне слово «судьба» в Телеграм. И твоя жизнь изменится в лучшую сторону в эту же минуту. А мы начинаем. Первый знак Овны. Вам могут подкинуть целую кучу новых проектов, денег будет много. Но не вздумайте забывать о прежних договоренностях. Павел Глоба предупредил, что оказавшись от старой работы, вы рискуете попасть в неприятности. Если вы не забудете о старых клиентах, то в награду получите еще больше заказов. Второй знак Раки. Не стоит бояться проявлять инициативу для достижения своих целей. Это прекрасный совет для тех, кто стремится к повышению зарплаты. Продемонстрируйте руководству, что вы действительно чего-то стоите. И третий знак. Благодаря своей красноречивости вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. И в этом есть огромный плюс, для вас открыты все дороги. В том числе, к новой должности и огромной сумме денег. И это...